Тем временем команда Трампа оказалась под ударом. К советнику президента по нацбезопасности, который ушел в отставку из-за контактов с российским послом, могут добавиться и другие чиновники. Кто они и чем этот громкий скандал грозит самому президенту? Дмитрий Анопченко выяснял все подробности в Вашингтоне. Когда ключевой человек в окружении Трампа, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, не так давно ушел в отставку, в окружении нового президента решили, что скандал удалось замять. Мол, пожертвовали одной фигурой, и продолжения уже не будет. Но сейчас выясняется, что аппетит у противников Трампа только разыгрался. Теперь демократы в Конгрессе хотят отставки генерального прокурора страны Джеффа Сэшенса. И даже потребовали от ФБР начать против него расследование. Повод тот же, что и в истории с Флинном. Мол, в ходе этой гонки, еще в бытность сенатором, он дважды разговаривал с российским послом. Проблема не только в самих встречах, но и в том, что сам Сэшенс их отрицал. Перед его утверждением в должности во время слушаний в Сенате сказал сенаторам, что не знает о каких-либо контактах с Москвой и сам не имел общения с русскими. Поскольку показания в Конгрессе дают под присягой, то демократы генерального прокурора страны теперь чуть ли не в уголовном преступлении, в лжесвидетельствовании обвиняют. Его портрет сегодня на обложках всех газет, но пресса выяснила и другие шокирующие подробности. Оказывается, с тем же злополучным российским дипломатом общались и другие члены команды Трампа. USA Today разнюхала, что с тем же российским послом общались два советника избирательного штаба Трампа, Джеффри Гордон и Картер Пейдж. Мол, им организовали встречу на съезде республиканской партии в Кливленде. Неофициально, в кулуарах. Нью-Йорк Таймс нанесла еще один удар, написав, что с этим же злополучным российским дипломатом. Два месяца назад в Трамп Тауэр в Нью-Йорке разговаривал и зять нынешнего президента, очень близкий к нему человек, Джаред Кушнер. Расчет прост. Демократы пытаются начать масштабное расследование связей команды Трампа с Россией. С расчетом нарыть что-то лично на самого президента. А для этого им нужно вывести из игры генерального прокурора страны. Как минимум отстранить его от будущего расследования. Это уже произошло. Он взял самоотвод. Ну а как максимум лишить его кресла. Поэтому Джефф Сэшен и стал новой целью. Дональд Трамп это отлично понимает. И, как поговаривают в Вашингтоне, не сдаст его так легко, как сдал советника по национальной безопасности. Просто из чувства самосохранения. Поскольку на капиталистских холмах поговаривают, что вся эта игра организована с одной единственной целью. Собрать материалы для возможного импичмента. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.